В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к майским праздникам. Глава администрации поручил создать оргкомитет, и уже через неделю состоится его первое заседание. Специалисты начнут обсуждать, как отметить День труда и День Победы. Кроме того, не забывают в столице Приволжья и о грядущем юбилее великого писателя Максима Горького. В его честь в парке Кулибина будет установлен памятник. При благоустройстве парка Кулибина был демонтирован парк, потому что он не вписывался в ту концепцию, которая выполнялась по парку Кулибина. На сегодняшний момент он находится в подведомственном предприятии Департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Мною дано поручение Департаменту культуры провести анализ состояния этого памятника, в случае необходимости его реконструкции произвести ремонт и определить место его установки. До начала празднования юбилея еще есть время, значит, подготовка будет идти полным ходом, и Департамент культуры успеет подготовить немало интересных событий.